И в День Победы сотрудники «Киевстар» поздравили ветеранов в 18 городах Украины. В Запорожье волонтеры посетили областной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны. Подробнее в следующем сюжете. В областном госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны гостей ждали с утра. Посетить торжественный митинг и получить цветы от молодого поколения у этих ветеранов возможности нет. Поэтому визит волонтеров «Киевстар» для них был настоящим праздником. Очень хорошо, очень довольны. Так развеселили нас. Мы только не можем слова выговорить, вот слезы давят. Очень хорошо. Поздравили. Молодцы. Дай Бог вам здоровья на долгие годы. Очень хорошие. Спасибо. Молодежь нас не забывает. Это приятно. Волонтерами был организован концерт из любимых песен военных лет. Одни ветераны слушали и аплодировали, а желающие сами могли исполнить военные хиты под аккомпанемент баяна. Праздник 9 мая – это напоминание современной молодежи о том великом подвиге, который совершили наши ветераны, о подвиге, который мы должны рассказать нашим детям, чтобы они помнили и гордились великой победой. Каждую минуту мы должны ценить при общении с нашими ветеранами. Мы от всей души поздравляем с великим праздником – Днем Победы. В рамках праздничного мероприятия каждый ветеран мог бесплатно позвонить своим близким и друзьям в Украине, Беларуси и России. В конце программы ветеранов поздравили цветами и подарками. В рамках благотворительной инициативы «Для людей, для страны» «Киевстар» оказывает благотворительную помощь 11 гериатрическим центрам по всей стране, в которых проживают около 3500 одиноких пожилых людей.